Всем привет, ребята! С вами канал Про Сауны, я Андрей. Итак, закончили парную. Вот она, печная стенка, обложена плиткой. Плитка такая, знаете, гипсовая, что ли, из гипса сделана. Печь Гроза Гефест. Шифер выведен сюда. Печь и стенку мы не делали. Делал ее заказчик. Но показываю вот эту вот зону. А сейчас пойдемте в парную. Я покажу, что мы там натворили. Делал я не один, делал с Лехой. Он как раз сейчас снимает. И у него упала вентиляция. Поехали. Итак, ребята, пойдемте в парную сразу, чтобы не томить. Мы уже здесь подтопили. Здесь температура, ну, почти 30 градусов. Вот. Вот такая вот парная из необрезной доски липовой. Липа с сучками. Попадается, конечно, она без сучков экстра-класса, но это вот с сучками. Вот такая вот необрезная доска. Толщина у нее варьируется от 2,5 до 3 сантиметров. Так что было проблематично, да, даже по наличникам. Вот так вот катается. Ну, не такая, не калиброванная она какая-то, но не суть. Сделали 80 сантиметров верхний полог и сделали здесь мы с Лехой задвижную лавочку. Такая выдвижная задвижная лавочка. Это для того, чтобы было удобно попарить человека, подходить. Высота, кстати, метр. Не особо удобно. Я бы сделал на 80, чтобы было удобно. Но человек говорит, делай мне на метре, все нормально. Он вообще высокий до потолка, в принципе. Но не суть. Так, лавочка. Значит, такая, спиночки такие сделали. Сделали для веников. Вот такой канатик. Сюда суешь травы, веники и все такое. Я вот в ботиночках. Офигел. Но ничего, я потом вытру. Сделали окошечко. Вот так, такое. Такие наличники сделали тоже из доски окошко. Баня, кстати, ребят, баня из бруса 150 на 150. Потом идет пенотерм. У нас первый раз мы здесь использовали пенотерм. Такой материал вспененный, сантиметровый, но написано, что до 160 градусов на нем, на этом пенотерме. Он уже идет с фольгой. Все делали этим пенотермом. Здесь потом шел у нас каркас, контррейка. Уже делали такую 150 на 20 контррейку, широкую для доски. Вот. А потом уже доску пришивали. По всему периметру сделали канатик такой. Ну, это чисто мы с Лехой так захотели сделать канатик. Многие не делают. Вот. И печь. Сейчас Леха опять же покажет. Печь устанавливали не мы. Печь Гроза. Она идет из камня Змеевик в облицовке. Камень Змеевик. Вот такая вот печурка. Леха вам показывает. Печь, труба, кстати, дымоходная. ТИС. ТИС, это Теплов и Сухов. Она у нас 130 на 180. Вот такая вот. Короче, да, я, ребят, еще про ленту я не сказал. Вот видите, лента сделана. По вот печной зоне сделана лента. А лента какая-то не орлайтовская, но тоже термостойкая. Тоже в кожуре такой, силиконовой сделана. Но около печи, не знаю, сомнительная, конечно, эта вся процедура около печи делать. Сколько она послужит, фиг его знает. Ну и, конечно же, ленту задвинули вот под полок туда, сделали под полком. Тоже идет лента, но под полком она послужит, потому что здесь температура поменьше, не такая, как у печи, особенно у потолка печи, там самые здесь высокие температуры, но
сколько послужит, столько и послужит, заказчик сказал. Если что, он говорит, я вам напишу. Не в плане то, чтобы переделывать, а в плане, сколько она послужит. Так что, вот такая получилась парная, вот такой небольшой ролик бы я заснял. То есть, надеюсь, всем все понятно, спрашивайте. Про вентиляцию, ребят, вентиляцию мы встроили там в шахту, внизу идет постоянка, здесь идет вент-клапан. Потом он уходит в чердачное перекрытие гофрой, и гофра пойдет в подбой. Ну, в этот вот треугольник, который у крыши сделан, в подбой. Там будет просто стоять тройник, капельник на улице и сверху грибок. Все легко и просто. Вот такой вот. Да, вот сейчас Леха показывает вам с другой стороны двери, все такое. Вот, кстати, такая дверца, тоже наличнички мы сделали из того же материала. Так что вот так вот, ребят, такая получилась парная. А с вами был Андрей, канал Про Сауна. Всем добра, ребят, пока.